Лучше представить их породы скай-терьеров. Сука, где она? Катя, все здесь, и мама, и папа твои. У нас хороший сейчас. Вообще шикарный. 16 номер. Один юниор, второй номер готов. Плюшки, порции такие бывают. Мама, это где-то, что было отразить? Вот там, да. Давид, собаку, а то она сейчас перепсихует и все. Инна. Завесь. Ну она же видит, правильно? Да и матрешка стала такая же чумовая. Нужно, говорит, я лежа постою. Ой, говорит, что это такое? Не знаю. Это щенки, где-то вместе с Пашей сушат. Кальций, не тут слов. Кайфуш. Точно, проверим. Даже здорово. Не знаю. Ладно, сейчас поставлю. Не берите, пусть стоит, она сейчас поймет, что я ничего не знаю. Мама дороже. Папа тоже. Пожалуйста, на свое место.
Просто у меня голова. Попробуй не поспать. Кстати говоря, когда она хочет спать, она лучше покоит. Нет, стресс. Гимнаст. А, ты все так рад, всех так рад видеть. Амбери, да, уже по барабану. Что это, моя девочка, да? Тебе сестричку привет, я не Альфа. А что ты радуешься так, я не понимаю, а ты что радуешься? Скажи, а я собачка позитив. Мы с тобой вместе, самое главное. Да. Сам главное с мамой. Не, она говорит, я крута, мы всех дома оставили, а сами сюда. Приемная мама. Ну, учила-то я все равно. Да, как бы моя тетя сказала, это не мама. Так тебе отдала, значит, не мама. Ой, говорит, тетя, что у тебя интересного? Не надо. Пойдешь со мной жить? У меня еще есть такая одна. Я не знаю, как. Thank you.
Поздняя девочка. Скажи, я очень дружненькая. Такая прям, скажи, у бабики можно какие есть. Ну, видишь, она сама лекарь, я сама получила. Скажи. Ничего, пусть подрастет. Ну, она молодец. Красота. Я думаю.
Я своего лабрадора выстрелила. Забрал. Я смотрю просто, кого она птицу выберет. Не знаю. Интересно, где собака есть? Это бинт, да? Один, два, три, да?